Ребята, всем привет! Долгожданный Вольфенштейн Юнгблуд вышел. И я буду его проходить. Так, нажмите Enter. Надо вам показать настройки, что все на максимум. Будем играть на максимум. Расширенный. Принять. Сверхвысокая. Uber здесь прям. Все на максимум. Отражение. В общем, все на максимум. Так, ладно, что, начинаем играть. Добро пожаловать в Вольфенштейн. Сейчас вы играете за одну из сестер Блесковиц. Джейс или Софи. Угу. Сейчас вы выберете своего персонажа и начальный комплект снаряжения. Джесс и Софи владеют одними и теми же навыками, поэтому вы сможете использовать все виды оружия, экипировки и способности, доступные в игре. Прежде чем сделать окончательный выбор, в каждом разделе нажимайте R, чтобы получить более подробную информацию. Понял? Так. Блондинка или брюнетка? Давай за нее. Так. Расцветку выбрать. Синяя. Золотой орел. Давай золотой орел выберем. А, голова. Шлем. А, это шлем. Для энергоброни. Круто. Такой вот выберем. Пистолет. Или пистолет-пулемет. А, пистолет-пулемет. Так, топорик или нож? Мне кажется, нож. Так. Выберите способность, сокрушение или маскировка. Сокрушение. Выберите, что будет усиливать сигнал поддержки, здоровье или броню. Давай. Вот это выберем. Так, завершить. Так. Создать игру. Так, одиночная игра без подключения. Так. Выбрать. Одиночная игра. Начать игру. Опускай голову, Джесс. Что это за зверь? Толсторог. Не знаю, как его сюда занесло. Похоже, он от стаи отбился. Еще бей! Он боится. Да. Думаю, бури его напугали. А вообще, шут его знает. Можно выстрелю? Не-не. В такие моменты не забывай контролировать ситуацию. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Ты, детка, должна следить не только за зверем, но и за теми, кто охотится на тебя.
Вот молодец. Скажи, что ты чувствуешь? Скоро будет дождь. Хорошо. Что еще? Не пойму. Типа стая койотов в ярдах в 100 к северо-востоку? Еще серия из 5, бей! Бей! Руки выше держи. Еще. Нет, мам, хватит. Значит, тебе конец. Вот тут тебя и убьют. Мы сами позволяем себя убивать. Ты столкнешься с каким-нибудь жвучеварийцем, который сможет терпеть боль на секунду дольше, чем ты. И все, ты труп! Когда это кончится, мама? Просто поверь, чтобы выжить, нужно терпеть боль. Идти дальше, вопреки ей. Поняла? Еще 5 раз. Еще 5. Пошло все нахер. Эй, не груби, София. А? А? Что скажешь? Пап? Ты уходишь? Охренеть! Охренеть! Контроль над ситуацией. Он спасет тебе жизнь. Ну, давай, стреляй, пока не ливануло. Все путем? Ух ты! Ну ты даешь, Кеннет, а я уж думала, из тебя выйдет фиговый. Иди ты в жопу, Артур. Так, девочки, кончайте разборки. Слышали? Чего? Это был комплимент. Заткнись. Наши девочки уже совсем взрослые. Когда только успели. Милый, в чем дело? Сейчас дождь ливанет. Скальпель. Значит, вы сестры Сибимсон? Близнецы. Дочери знаменитого капитана Бластовица, верно? Кроме Эбби, она друг нашей семьи. Мы знаем, что он тут был, мэм. Он здесь что-то искал. Потом помогал нам сражаться с нацистами, а затем внезапно исчез. Жак, нужен еще эфир. Жак, есть антибиотики? О, бедняжка Жак, не мой. Зачем тебе антибиотики? У него перитонит. Да, как ты это поняла? Раздутый живот, учащенное дыхание, воспаление в брюшной полости. Оно вызовет сепсис и смерть. Нужны антибиотики. Так, иди-ка сюда и помогай. Молчу. Мэм, прошу вас. Все здесь зовут меня Жужу. Вы поможете его найти, Жужу. На вас энергоброня? Да. У нас здесь такого снаряжения нет. Стрелять умеете? Еще как. Доводилось убивать нацистов. Мэм, слушайте, мы для этого родились. Слышал, Жак, они для этого родились. Мы еще не убивали нацистов. Молчи, Артур, им это знать не нужно. Что ж, ладно. Есть у меня задание для таких ярых охотниц за нацистами. Отправив в отставку генерала Лотара Бранта, берлинские власти прислали для борьбы с парижским восстанием нового генерала. Он сейчас на борту дирижабля «Нахтфальтер».
Убейте его, и мы приступим к поиску вашего отца. Так, отец потерялся, я так понял. Может, подстрелим его отсюда по-тихому? Ты к такому еще не готова. Промажешь! Заткнись, я готова. Так, так нужно подобраться поближе. Спустимся туда, я подкрадусь слева, ты зайдешь справа. Зажмем в углу и убьем. Блин, ты что, плачешь? Да нихера я не плачу, меня просто мутит. Ты зассала, что ли? Ни хрена. Ну тогда вперед, мисс Бласковец. Действуй, как папа с мамой учили. Оба-на. Keine Bewegung! Was wirst du noch bereuen? Это жопа. Эх ты, ни хера себе. Ну ты как? Вроде в порядке. О боже. О боже, его мозги мне в рот попали. Воды, дай воды. Хватит ржать. А вдруг папа ранен, истекает где-то кровью? Мы справимся. Мы найдем его. Шутишь, что ли? Как два пальца, сестренка. Точняк. Помните, девочки? Вы дочери мужика, который грохнул Адольфа, мать его, Гитлера. Вы рождены для этого. Ваша цель, генерал Винклер, находится в носовом отсеке дирижабля. Так точно, Эбстер. Так, найти Винклера в дирижабле. Так, что здесь? Отпустить тормоз. Нацисты, отбросы общества, Джесс. Что это такое? О, автоматик себе приобрели. Фига, снайперская винтовка, что ли? Да. Так. Мини-компьютер. Может, там что-то интересное? Вы и ваша сестра используют общие жизни. У нас одна общая жизнь, фига себе. Они отображаются в виде сердечек рядом с портретом сестры. Если одна из вас истечет кровью, вы потеряете одну общую жизнь. Если у вас не останется жизни, и одна из вас истечет кровью, игра перезапустит текущую карту. Защищайте сестру и следите, чтобы она не погибла. Фига себе. Понятно. Так, что здесь у нас? Так. Ох, открыть ящик. Там будет. Жизнь нашли общую.
Выбор оружия. Чтобы открыть круговое меню, зажмите V. Пустите V, чтобы взять в руки выбранное оружие. Если у вас есть несколько видов пистолетов и тяжелого оружия, нажмите колесико вниз или вверх, чтобы заменить оружие в ячейке. Угу. Так. Все понятно. Патрончики взяли. Че? Погнали. Блять, я думал. Тихо, кто там? Блин, я думал с одного этого раза убью его. Так, а вот здесь что? Блин, ну народ позвал еще. Блин, капец, разброс. Ох, хедшот, прям в жбан ему. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп-оп, завалили. Чё, пули кончились, что ли? Да. Соп, вот это было круто! Всё, всех завалили. Стандартная кодовая панель. Так. Видимо, нужен код от дверей. Давай осмотримся, вдруг найдем. Понял. Надо найти код от двери. Так. О, заныкался. Это что-то шумит, блин. Толчок. Так. Как ты там, Джесс? Все просто чудесно. Аптечка. Максимум брони, максимум здоровья. Монетки взяли. Надо расшифровать это на компьютере. Ага, на компьютере здесь. Ага, так. Идем на комп. Где у нас комп? Вот он. Восемь, четыре, три, один. Что это такое? Пароль. Собирать серебряные монеты и тратить их в разделах дневника. Персонаж и оружие. Покупая предметы, меняющие внешность персонажа, сигналы поддержки, усилители улучшения оружия. Серебряные монеты можно найти на телах убитых врагов, исследуя мир. Все, понял. Так. Боезапас у нас полный. Он перезарядится, кстати. Так, идем к двери.
кодовый. Так, она где-то вон. Так, 8-4-3-1-8-4-3-1. Сраные нацисты не готовы встретить сестер Бласковиц. Это уж точно. Чтобы присесть, нажмите левый Ctrl. Понятно. Так. Блин, меня спалили. Отлично. Оп, оп. Что за робот? Офига себе, у них выпивка здесь. Чтобы включить сигнал поддержки, усилить и усилить себя и сестру, нажмите Т, чтобы открыть дневник. Конечно, мощный такой. Так, отлично. Пробираемся дальше. Ой-ой-ой, патроны. Так, все чисто, отлично. Идем дальше. Сейф какой-то, какая-то чья-то комнатка. Монетки. Да ё-моё. Упирает какой-то прям бронированный чувак. Какой-то взяли, монетки еще взяли. Так. Генерала Винклера надо найти. Так, ладно. Персонаж. Так, а у меня вот этих монеток одна только монетка. Это улучшать здесь можно будет, ладно. Потом улучшим. Погнали вперед. Что?
Чтобы открыть дневник и перейти к разделу оружия, нажмите J. Тратьте серебряные монеты и золото, слитки на покупку улучшений и окрас для оружия. У каждого вида оружия есть уникальные улучшения, круто, дающие дополнительные стратегические и тактические преимущества. Есть три категории улучшений. Надель, темпо и еще и скорострельность. А вот штир зависит урон. Установив на оружие три одинаковые улучшения, вы получите мощный бонус. Круто. Бум. Так, ну у меня нет этих вон монеточек. На 10 уровне это вообще все доступно. Так, оружие. Вот это вот. Ага, у меня тоже пока денег нету. Ладно. Пока не хватает на уши. Ничего у нас здесь, серебряные монетки. Все, погнали. Жизу получили общую. Это малек, странно. Ех, как высоко, нифига себе. Любой противник может поднять тревогу и вызвать подкрепление. Если во время тревоги рядом находится нацистский офицер, комендант или камф, комендант, появятся враги более высокого уровня. После убийства офицер будет появляться подкрепление обычного уровня. Заметив офицера, постарайтесь устранить его в первую очередь, чтобы избежать вызова высокоуровневых подкреплений. Понятно. Офицеров надо в первую очередь будет валить. Вот как раз и завалили. Да странно, почему? Нифига сегодня. Оба она по мне стреляет. На нафиг, надо было Е нажать, у меня Е мигало. Так. Нам вон туда надо. Ты где там? Догоняй меня. Чтобы врезаться с разбега в противник или объект, нажмите левый shift. Нажмите пробел, чтобы подпрыгнуть, а затем нажмите левый shift, чтобы обрушиться вниз. Сокрушение позволяет убивать слабых противников с разбега. Также вы пробиваете лестницы, решетки, деревянные. Понятно. Все понятно. Что за пушка? Дробаш.
Так. Я в норме. Все. И это с меня причитается. Мне надо было куда? Да блин, как они сигнал поднимают? Так, отлично. Открывается с другой стороны. Так, мне надо было вниз, я так понимаю. Мне надо было вниз, зря я сюда поднялся. Так, все, идем вниз. Вон туда нам надо было. Нажмите пробел, а затем, находясь в воздухе, нажмите пробел еще раз, чтобы совершить двойной прыжок. Находясь в энергоброне, вы сможете совершить двойной прыжок, чтобы забраться на возвышение на другие постройки. Понял? Круто. Так. Ага. Вот так нам надо забираться теперь. Так, а вторая тут остается, да. Так, нет доступа. Так. Надо, значит, выше подниматься. Типа. Так, а здесь что делать, что делать? Ага, компьютер. Классные у них мини-компьютеры. Чтобы метнуть в холодное оружие, нажмите I в захваченном нацистском первом Новом Париже много холодного оружия, позволяющего беззвучно устранять врагов на расстоянии. Понял. Круто. Так, это все круто, конечно. Ага, здесь надо, наверное, наверх. Да. Так. Эй, Джесс, вы с папой на охоте. О чем говорили? Не скажу, Софи. Надо было самой с ним на охоту ходить. Я охочусь на нацистов, Джесс, а не на зверей. Так, тебе так, тебе страшно, так. Джесс? Это мне-то страшно. Ничего, Джесс, всем бывает страшно. Так, можешь мне поверить. Уж кто-кто, а я не боюсь. Так, что такое?
А, сбил, фига себе. Патроны. Так, надо перезарядить тут. Все. Так, нам надо наверх дальше. Вон туда нам надо. Нет доступа. Ага, надо еще выше, что ли, подниматься, блин, охереть. Вон туда, как туда подняться? Вон. Так. Так, так, так. Слышь, прикинь, мы мочим нацистов на ёбаном дирижабле. Видел бы нас сейчас папа. Оба, я промахнулся, кажись, я упал ниже. Так. Ага. Я, кажется, понял. Так. Так, здесь мы не пройдем, понял? Ай-яй-яй-яй, ой, вообще упал. Слишком низко. Так. Ё-моё, не получается что-то запрыгнуть мне, знаешь, это надо по-другому. Ой. Зараза. Блин, подсказала бы вторая, как ты чё, запрыгнуть. Оп, все. Чтобы открыть дневник, нажмите J. Дневник содержит информацию о заданиях, персонаже, окружай, оружии, предметах, а также статьи обучения. Откройте дневник, чтобы сделать новые задания активными, узнать подробности о текущей цели заданий, потратить серебряные монеты. Все понятно. Так. Так, дальше нам надо наверх. Оп. Залезли. Так, ага. Теперь надо вот сюда. Зараза, опять подняли сигнал. Чтобы достать фонарик, нажмите F, чтобы включить и выключить F. Фонарик пригодится, понятно где. Так. Да, без фонарика здесь вообще темнота. Зато теперь ты наберешь хренову тучу идей для своей книжки, Соф. Ага. Осталось найти время все записать. Йоу! Я сразу, фига себе, спрыгнул.
Отлично. О, посмотри, что я нашла. Мини-компьютер. Может, там что-то интересное? Рядом со счетчиком боезапаса выберите оружие, совпадающее с типом барьера, чтобы сломать его быстрее. Вражеская защита. Так. Понял. Типа. Не совсем, правда, понял. Так. Чё за... Блин, надо другое оружие. Быстрее. Ай-яй-яй, нихера себе. Как его убить-то, этого суперсолдата? Нихера себе! Есть. Где? Кто шмаляет? Бегу. Снова в строю. Он подходит. Я займу. Беги же. Знаю. Так. Я прибью эту нацистскую тварь. Сзади, что ли? Блин. Своим по чужим уже шмаляю там. Как ты там, Джесс? Все просто чудесно. Внимание! Свежие новости о генерале. Сейчас он испытывает новую серию нацистской энергоброни. Осторожнее. Ладно? Конечно, Эбби. Софи, будь добра, помоги. Так. Закрыто. Ihr habt es also in mein Nest geschafft, ihr kleinen Vögelchen. Willkommen!
Закрыто. Ух ты. Ладно, пора отправить нас. Наваляем этого генерала. Генерал. Так, надо дробаш заныкаться, другое оружие взять. Это. Думаю, ни хера тут засада. Прям упорные. Ай-яй-яй. Так, как он прыгает, странно, я не могу убить даже. Где он? Так. Меня подбили, Джесс! Мне нужна помощь! Я помогу. Так, где он? Так, как его убить, блин, этого генерала? Где? Где? Да блин, его нереально убить. Как его убить-то? Грейс. Я с ночевкой. Круто. Дети, оставьте нас на минутку. Ш-
Тоже мне дети. Эй, Эбби, что это? Устройство прослушки. Такой был в книжке про Артура и Кеннета. Ты сама сделала? Ага, кто эти Артур и Кеннет? Ты что, не читала «Тайные приключения Артура Пеннингтона и Кеннета ван Кольцхаузера»? Ты в глухом лесу выросла, что ли? Вот, возьми. Сейчас не до книжек. Короче, Артур и Кеннет — супершпионы. И когда они искали... Так, тихо, тихо! Слушай. Девочки начали беспокоиться. Я это чувствовала. Он пропадал и раньше, но чтобы вот так. Ни звонков, ни писем. Я везде уже искала. Он просто исчез. Ясно. Мои агенты говорят, что он покинул страну по поддельному паспорту где-то месяц назад. Но на этом его след оборвался. Аня, ты замечала в нем что-нибудь странное? Как он себя вел? Нет. Не знаю. Депрессия, пожалуй. Иногда мог молчать целый день. Прям как в больнице. Но ты сама его знаешь. Он всегда мрачный. Да уж. Мне некогда искать его, Грейс. Я должна присматривать за дочками. Ты же у нас глава ФБР, ты же можешь что-то сделать! Слушай, поверь, если бы хоть что-то, хоть кто-то из моих агентов мог сделать, все было бы сделано! Знаешь, какой из этого вывод? Он не хочет, чтобы его нашли, Аня! А раз Биджей, мать его, Бласковец, и не хочет, чтобы его нашли, значит, никаким чудом и никакой хрен не отыщет его сраную задницу. Ага. Да, дерьмово. Да пошли они! Они не станут искать его. Почему всем наплевать? Ну и лохи, мы должны что-то делать. Стоп, а что бы сделали Артур и Кеннет? Они же герои из книжки, Джесс. Сопливых знаю, это так, мысли вслух. Я что-то слышу наверху. Но там ничего нет. Ого. Вау. Тайничок. Никто из вас про это не знал? Никак нет. Вообще за место. Глядите-ка, это почерк Сета. Кто это? Позывной Дрозд. Парижские катакомбы? Вот, пожалуйста. Есть зацепка. Он в Париже. Да если мы расскажем, они все равно забьют болт. Значит, будем действовать сами. Ну-с, который час? Настало время Артуру и Кеннету распутать эту щекотливую ситуацию. Точняк. Чокнутые. Эбби, задержи дело, Уокер. Ты что, так ведь там задумала? Мы решили сгонять в бургер-бар, мама. Здесь? А живо верни твою мать. Тебя плохо слышно. Эбби! Сейчас кое-что покажу. Ох, где ты добыла энергокостюм? Сделала. Их носят все нацистские генералы, значит, и вам надо. Охренительно! Ты нереально крутая, Эбби. Я лишь завершила один из проектов Сета. Последнее желание. У меня в трюме еще всякие разработки. Вот почему Грейс хочет взять тебя в отдел разработок. Или сослать в колонию за то, что ты взяла и угнала ее тачку. Думаешь, ее волнует мнение мамы? Мне плевать, кто что думает.
Это вы, Дрозд? А вы кто, девочки? Не хотела бы я повторить это дерьмо. Победа или смерть? Папа так нас учил. Молодцы, девчат. Генерал Винклер выбыл из игры. Возвращайтесь в катакомбы. Жужу ждет вас. Принято. Поздравляю, как я говорила, девочки. Генерал Винклер мертв. Вы и впрямь рождены убивать нацистов, да? Ну? Вы дочери человека, убившего Гитлера, так что здесь нечему удивляться. Это важная веха для сопротивления. Возвращайтесь к нам с Жаком. Надо решить, каким будет наш следующий шаг. Конец связи. Так, в общем, нацисты просто мрази, Джесс. Это отбросы общества. Сраные отбросы общества.